А завершает выпуск песня, которую исполнила тверская школьница Стефания Петракова. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот всплеснет рукой и защемит в груди, и в горле станет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улиц супруженных, Тверь, Кишинев, Бухарест. А над калиною кружится, кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как под тем кругом ада, теряю друзей и подруг. Ходила и ездила не за наградами, а чтоб разорвать этот круг. И чтобы месяц май, и чтобы путь домой, и на крылечке мать вот-вот всплеснет рукой и защемит в груди. Победе смогла ты пробиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот снёт.